Итак, рад приветствовать, мои дорогие друзья, с вами Модем Игровой, и мы продолжаем играть игру под названием Gunship Strike. Что ж, продолжаем, друзья. Я скачал взломанную версию, прошел до того уровня, которого я закончил в предыдущей серии. И вот что у нас есть. Вот такое у нас есть. У нас можно взять 1000 монеток. Но они там нафиг нам надо, нам и так монеток валами. Вот. Забрали все, блин. Слота. Босс у нас есть какой-то, но мы его не будем проходить. Мы предыдущие миссии проходили. Блин, куда я зашел? Давайте-ка зайдем на мой этот вертолет. Смотри, какие у меня оружие здесь есть. Сколько у меня хп. Максимум, прям максимум. Все по максимуму. Батл, давайте батл. И здесь вот такая миссия. Первая. Погнали, старт. Ну что ж, погнали. С самолетами. Борьба с самолетами. У нас есть даже тепловые ракеты. Сейчас вы посмотрите, как они работают. Блин, вот это не камильфо. Хорошо, давай. Нам какого-то самолета другого дали. В этой части, блин. Но пулемет у меня офигенный. Так, вот летит какой-то шнур. Нате. Нужно бомбануть им. Ну на же, на. Не сильно без дела, я вас прошу, пожалуйста. И вот летающие кони. На. Я вас люблю. Бэм. Погнали дальше. Дестрой 6 вертолетов уже. Все, амба. Давайте пулеметик задействуем. Жидким нас валом навалом. Я могу купить себе полностью, сколько я захочу. Так, это что за фигня тут появляется? Ничего себе, а что за штука? Эту штуку нужно разбомбить, я так понял, да? Или в чем проблема? Есть. И давайте, я думаю, убьем, чтобы они здесь не сидели без дела, так сказать. Так. Ну что, давайте танчика сначала. Солдатики. Почему вы домой не ушли? Я вас спрашиваю. Почему вы домой не ушли? Я вас спрашиваю. Все, задолбался. Короче. И 10 звезды хватит. Мне все равно. Потому что этот вертолет какой-то галимый. То, что мы играли. Давайте-ка вторую миссию. И погнали нашим городским, нашим нормальным вертолетом. Сейчас, друзья, посмотрите, как он работает. Это просто пушка. Это просто бомба. Так, босс нам надо, босса замочить. Танка, да? Босс-танк. Так, бум-бум-бум. Вот ракета. Вот, на, джак. Опа, летки уже. На, сразу же двоих. Пам, пам. Так, пулеметиком этого, снарядами. И босса сразу же. Нифига себе, босс так сильный, так сказать. Что ж там говорить уже? Нормальный босс. Ну, у нас столько у нас оружия. Ну, он, ему даже не снилось это. На, все, выполнил. Есть. Gunship Strike. Next. Старт. Третья миссия, друзья. Погнали. Ай, ё-мана. Что нам нужно здесь сделать? Так, клейн, что-то клейн какой-то непонятный клейн. Пулемет у меня очень сильный, друзья. Я прокачал его, это самый лучший пулемет, который был за день куплен. Это самый лучший пулемет, это самые лучшие ружки, снаряды. Вот такая, бам. Даже стрельнул сразу, оно убило все равно.
Не убилась до того, как я стрельнул. Вот, на тебе еще. На тебе две ракеты. Есть. Да есть же. Давай. Пулемет. Зачем так вставать? А, это все бесполезно, видимо, да? А что нам нужно убить, я не понимаю. Если честно, я не понял. Никак. Видимо, там самое главное что-то есть. Вон он. Эта штука. И нам ее нужно лупить. Или нет? Так, забрали эту карту или что-то. Я не знаю, если честно. Так, какой... Что нам нужно убить вообще? Большие эти, да? Или нет? Да, видимо, большие. Видимо, самые большие, а маленьких я там себе тут купят. Тупаки. Так, еще один большой. И все, закончили. Погнали. Погнали дальше. Погнали, друзья, погнали. Так, next start. И как бы четвертая миссия на ходу. И вообще мы прошли проходим четвертую миссию. Если, конечно, сейчас не отрубится телек. Телефон. Хотя нет, друзья, это на этом мы закончим. А если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был Мадем Игровой. Всем удачи и всем пока, друзья.